Хочу представить вам набор декоративных планок. В данном случае это для поддона. Называется он КДП-120. Как его использовать для душевого уголка? Следуйте этому руководству по установке, чтобы легко установить изделие компании Altosan с артикулом КДП-120. Если вы устанавливаете изделие с другим артикулом, некоторые операции установки могут отличаться. Содержимое набора КДП-120. Необходимые инструменты принадлежности. В комплект КДП-120 входит 2 профиля размером по 120 см, позволяющие перекрывать почти все поддоны размером до 120 см. Внутреннее угловое соединение. Декоративная накладка. 2 заглушки. В данном случае они не понадобятся, так как планки будут упираться в профиль уголка. Обратите внимание. В набор для ванны входит 2 угловых соединения и 2 декоративные накладки. Длина планок для ванны составляет 195 см. Для начала необходимо измерить расстояние от угла до профиля душевого уголка. В нашем случае длина составляет 84 см. Затем учитываем 2 см для углового соединения. Следовательно, планку отрезаем длиной 82 сантиметра. Подготовив 2 декоративные планки, их нужно примерить по месту установки. В некоторых случаях, при отсутствии зазора между стеной и поддоном, проблема легко исправляется вырезанием части гребешка декоративной планки. Собираем все подготовленные детали и примеряем по месту. Обезжирьте все поверхности, куда будет наноситься силикон. Будьте внимательны, соблюдайте меры предосторожности при работе с техническими жидкостями. Нанесите герметик с обеих сторон гребешка декоративной планки. Приклеите собранную конструкцию. Плотно прижмите планки по всей длине. В завершение, удалите лишний силикон чистой салфеткой. В углу зафиксируйте декоративную накладку. На этом все. Изделием можно пользоваться через 24 часа, когда герметик застынет. Значит, до этого мы устанавливали набор
КДП 120 производителя компании Ultrasan душевой уголок. Данное изделие можно собрать так же, как и на уголок, так же и на раковину. У нас в любом случае бывают щели при установке раковин как бы на место. Как раз такие вещи могут такие зазоры убрать, чтобы не силиконить, не потом после силикона не было у нас грибка. Значит, также отмеряем отсюда до сюда и отсюда до сюда. Нужный размер планок. Мы их уже, так скажем, подогнали под нужный размер, который у нас есть. Вот. Также гребешок, который есть, если здесь щели нету, он легко убирается. В данном случае мы его оставляем. Собирается, идет внутренняя часть уголка. Ставим на место. Вот она у нас подходит в размер. Потом это все будет силиконица. На нее идет декоративная планка. Вот так вот она будет выглядеть. И, соответственно, две заглушечки для эстетичного вида. Вот. Все это потом силиконится, сохнет сутки и можно будет пользоваться.